Лучший результат на мировом чемпионате юниорском прошлогоднем. 30-е место. Девушка достаточно юная, 18 лет. И заметьте, что музыка опять Эдвина Мартина. Танго Аморе. А неплохо. Если закрыть глаза, то можно представить, что это не она катается, а совсем другой фигурист. Если по музыке. Смотрю я на нее, я вижу типичное американское катание. Много энергии, много беготни, очень активные, хорошие прыжки. Но вот танго я не вижу. Спортивная не вижу. Очень, атлетичная, да? Ну, все-таки, если ты берешь танго, то надо хоть как-то стараться это... А вот платье? Ну, может, она взяла чье-то платье, Знаю, одним платьем танго не станцуешь. И хотелось. Потому что музыка, которая говорит сама за себя. И хотелось бы, чтобы все-таки катание было соответственно музыке. Ну, Валер, возразить нечего. Ваше мнение является в данной...